привет! Сегодня я делаю куриную грудку с базиликом и помидором. И когда разделываю куриную грудку, остаются вот такие кусочки. И сегодня я решила вам показать рецепт. Вот куриная грудка, отбитая в луковом кляре. Но перед этим я вам покажу, что я делаю с курицей. Именно рецепт курица, куриная грудка отбитая с базиликом и помидором. То есть вот тоненько-тоненько отрезаете куриную грудку, отбиваете. Дальше вы солите. Рецепт очень простой, но необыкновенно вкусный. То есть неожиданно даже, я бы сказала. Посолили. Поперчить нужно хорошо черным перцем. Это вот тот случай, когда больше ничего не нужно. Соль, перец и вот из таких приправ ничего. Дальше мы берем базилик, листья базилика, вот так вот прям руками сюда, вот так. Несколько кусочков помидора. Вот так накрываете второй частью. И вот в таком виде обжариваете с двух сторон до золотистой корочки. Ну, примерно получается по 3 минуты с каждой стороны. И блюдо получается великолепное. Так, теперь переходим к блюду. Куриная грудка в луковом кляре. Берем вот такие, ну, произвольные кусочки куриной грудки в пленку и хорошо отбиваем. Вот такие кусочки у меня получились. Здесь куриной грудки у меня 250 грамм. Теперь мы берем луковицу и вот на мелкой терке ее нужно потереть, сделать кашицу. Можете сделать это в блендере. Так, ну вот так я потерла. Берем миску. Здесь у меня одно яйцо. Выкладываем лук. Сок я весь луковый не буду выкладывать. Вот так. Сюда же мы добавляем соль, перец по вкусу. Добавлю еще сюда красный перец. Вы можете сюда добавить соевый соус. Вы можете добавить специальную приправу для курицы какую-нибудь. Так, все это нужно слегка взбить, перемешать. И добавляем сюда примерно, ну сейчас я добавлю 2 ложки крахмала, там будем смотреть. В общем, должен получиться такой полноценный кляр. Вот эту куриную грудку с базиликом и помидором вы можете использовать на атаке. А вот в луковом кляре это уже на чередовании. Ну, чтобы однородная масса такая получилась. Курицу, соответственно, мы тоже приправляем. Я добавлю соль. И тоже приправы я буду только вот одинаково использовать, что в кляре, что здесь. Соль, перец, красный, черный. Курицу вот так помыть, чтобы все приправы втерлись. И все, теперь идем к плите. В сковороду наливаем 2-3 ложки растительного масла. Ставим на огонь и ждем, когда оно разогреется. Итак, масло разогрелось. Огонь у нас небольшой, не сильный. Все, каждый кусочек нужно обмакнуть в кляр. Вот так. И на сковородку. Так, а вот тут у меня, сейчас я вам покажу, здесь у меня приготовлен борщ. Борщ очень вкусный. Вы можете на чередовании, не добавляя картофель. Ссылку на рецепты куриной грудки в базилике и борщ оставим под видео. Борщ приготовьте обязательно по моему рецепту, он на самом деле очень вкусный. Ну вот так вот, до золотистой корочки, буквально 2-2 минутки. Обжариваете, и все, у вас блюдо готово. Вот такое блюдо получилось. Пробуем. Курочка очень нежная, кляр хрустящий. Это очень-очень вкусно. Советую вам всем приготовить. Худейте с удовольствием. Всем пока!